Всем привет, ребят. Ну что, сегодня у нас нестандартный видос. Распаковочка, думаю, многие поняли чего. Это тыковки, которую нам как подарок давали за заполнение формы и за покупку, там, по-моему, если не ошибаюсь, полпака или сколько. Мне ее наконец-то прислали. Сейчас ее аккуратно распакую и посмотрим уже что. Как она выглядит, стоит ли или стоит дальше вводить такие бонусные плюшки. В принципе, это интересно, особенно для фанатов, таких как я, этой игры. Поэтому думаю, это будет интересно. Так, ну, упаковка уже прикольная. Навес она такая тяжеленькая. Вот так вот она выглядит. Не знаю, вот так вот лучше будет вам видно. Видите, да, какая коробочка IGG. Все дела. Вот смотрите, как вытаскивается. Ну, сделано добротно. Вот так вот. Коробочка прикольная. Вот надписи есть. Полностью штрих-код. Фигурка. Castle Clash. Материал PVC, не знаю, размер 5.1. 3.1.2. IGG торговая марка. Адрес IGG. store.igg.com. Вот так вот. Вот так вот она выглядит. Интересненько. Вот смотрите, еще дальше вытягивается. Ну, блин, тут бесспорно красавчики. Да, она, по-моему, с пластика сделана. Так, это еще дополнительно. Это что мне? Кодик дали. О, ничего себе, прикольненько. Типа как бонус еще. Короче, подарочная карта. Одно яйцо, одна легендарная карта ивента. 10 стамина, 20 паков опыта третьего. 10 мистических эссенций, 10... паков, 10к кулаков. Вот так вот. Код действует до 30.06. Не понял, 30. Посмотрите. Можете почитать. Сейчас, может, вам будет видно. Если сфокусирует. Не, оно не фокусирует так. Не хочет. Короче, код действует до 2018, 30.06.2018. На сегодня, если я не ошибаюсь, 28.10.2018. Ну, блин, что я могу сказать? Вот так вот. Вот такой вот кодик. В принципе. Ну что, смотрим самое интересное. Тыковку. Так, она шевелится. Как видите, можно и шляпу оторвать. Сделано из пластика, в принципе. Да, пластиковые детальки. Castle Clash надпись. Сделано все вот IGG, I Got Games. Даже внизу есть надпись татуаточки. Ну, высота где-то сантиметров 15, думаю. Ну, смотрится прикольно. Не знаю, как вам там будет видно, но реально сделано добротно, хоть она и, я думал, она будет металлическая, но это все полностью пластик. Но проработано кайфово. Я надеюсь, они дальше будут делать еще такие фигурки, потому что, ну, это как бы и на память, и интересно. Лимитированная серия, не помню, сколько их там, 50, но я думаю, скорее всего, не 50. Возможно, больше. Так. Ну, в общем, вот такая вот интересная вещь у нас, у меня, точнее, появилась. У меня есть еще дома дракон, уже сделан 3D ручкой моей сестрой. Ну, в принципе, возможно, дальше попрошу ее, чтобы она мне делала фигурки. В принципе, интересная вещь. Вот так вот. Все, пишите комменты, что вы думаете по этому поводу. Да, она не дешевая, но учитывая то, что вы берете паки и
дополнительно получаете вот такой вот бонус приз. В принципе, это довольно-таки интересно. Вот. Вот так вот будет где-то у меня стоять, где-то ее поставим. Вам сверху вид не такой немножко. Также мне сегодня прислали, взял себе, сразу же покажу, вот такую вот подставочку для кистей. HyperX, в принципе, довольно-таки неплохая вещь, потому что если на клавиатуре раньше было немножко неудобно запястьем, то теперь, в принципе, более-менее будет получше. Почти-почти чуть-чуть не хватает. Ну, самое основное тут, чтобы одна рука была. В принципе, вот так вот. Тоже офигенная вещь, силиконовая, мягенькая. Если захочешь спать и ударишься лбом, то хотя бы мягко будет. Все, пишите комменты, подписывайтесь, как обычно, лайки. Всем удачи, всем пока.